Ребята, ну сейчас мы... Тихо! Мы сейчас все так пообщались, уже столько друг другу порассказывали, вспоминали. Я даже не знаю чего. Хотя пока сидела, тоже думала, чего бы такое сказать. Может быть, что-то новое, что-то самое вспомнить. Потому что, когда позвонила Зина, первое у меня было такое чувство, нет, я не пойду и вообще. А потом я говорю, мне последний, кто звонил, это был Саша Першин. Он как раз организовывал какую-то нашу встречу, а я тогда не смогла. А Зина говорит, а Саши уже нет. И тут вот прям как будто вот, ну не знаю, такое чувство, что все, я обязательно буду. Хотя еще это сомневалась, потому что там что-то по времени не получалось. Но вот сегодня, честно скажу, я так рада, что я пришла, что вот всех, пусть не всех, но всех, кто здесь, очень рада видеть. Картографов нас здесь только трое. Людочка такую классную речь сказала. После нее хочется тоже как-то по-домашнему и без всякого пафоса. Я картограф. И вот 90-е, для меня 90-е ничего не было, никакого страха, потому что картографы были нужны всегда. И у нас шли работы по атласам и в нашей проблемной лаборатории. Параллельно я ушла и работала в издательстве. Все, наверное, знают, есть такое издательство АСТ Пресс. И там были атласы, потом контурные карты, географические атласы для школы Драфа, Прогресс. Это все было нужно, и у нас никогда не было простоя. То есть картографы впереди планеты. Вот, поэтому я хочу сейчас передать привет от наших картографов Людочки Снегуровой. Буквально сегодня мы с ней поговорили. Хотя, казалось, вот за столько лет вроде бы уже и потерялись. Однако говорили, как будто действительно... А где она? Она в Питере. Да, она как распределилась туда, она в Питере. Людочка Якимова тоже в Питере. Вот, ну, многих девчонок нет, но все равно сейчас повспоминали, и я думаю, что как-то свяжемся, потому что действительно это не ушло, но все равно знали эти наши годы. Мы вот с Любой сейчас шли и вспоминали нашу четвертую группу. Хотя у меня в памяти осталось, что гораздо больше там было людей в этой четвертой группе. Потом картографы. Первый курс практика Сатина. Тоже. Я пролистала всю страничку в Фейсбуке. Я географ. Зина, как называется эта страничка? Геоград. Да. Там столько фотографий. Одна, значит, сатинская, общая. Видно плохо. Снимал, как я понимаю, Кузанов. Он много действительно делал фотографий. Очень много. И именно от него у нас очень многие фотографии. Вот у меня тоже альбомчик, очень многие фотографии от него. И там на одной фотографии мы так смотрим со своими. Я говорю, если никто не будет претендовать, то вот это я. Вот, ну, мне кажется, что это я, хотя, конечно, я не помню, где я там стояла. Просто рядом Трусова, рядом Савцова. Ну, думаю, ну, значит, это я. Как вроде почерк, я по что-то похожа. Вот. И что хочу сказать, вот картографы, у нас такие были интересные практики. После второго курса мы должны были поехать на Карпаты. Там прошел сель, всю нашу площадку смыло, и геологи нас пригласили в Крым, и мы поехали в Крым. У нас в Крыму была замечательная практика. Дима Егоров, сколько анекдотов, всю ночь, не смыкая глаз, не закрывая рот, анекдоты, сколько же он знал, какой замечательный, чудесный парень. Почему вы умерли? Его забыли в список включить. Да, он умер. Да, его нету, Дима Егоров. Ну там не только одного. Да. И еще кого-то. Просто это замечательная Машалкова нет. После третьего курса практика Кавказ. Тоже замечательная практика. Столько моментов. Брюханов. У нас там тоже зашел сель, и машина с едой не могла до нас добраться. Люба, если ты это помнишь. Помнишь, Брюханов пошел, он где-то там гулял и нашел, ну что мы знаем, гриб-дождевик, да? Вот такой маленький, где-то в лесу, мы что-то собираем, ногами топчем.
он нашел вот такой, он сам невысокий Брюханов. У меня даже дома есть, вот здесь не оказалось в альбоме, это фотография, стоит Брюханов, и вот такой гриб дождевик. У нас был такой ужин шикарный. Из этого гриба? Да, Лёва, помнишь, да? Не помнишь, но вот фотографии это прям свидетельство. Что помню о себе? У нас выходные должна была быть, должен был быть поход на Семерку. Перевал Семерка. Что вы думаете? Я заболела, простыла. На ночь водка с перцем. Все ушли, а я так и поспала. Это была Азалка. Я даже не знаю, сейчас существует ли эта база. Существует. Ее восстановили, да? Там уже была лавина. Нет, но там дома этого нет, а все равно вас тут Ну там что-то другое, наверное, какие-то. Нет, там был минеральный. Нет, осталось, в общем, воспоминаний нахлынуло очень много. И вот я очень рада, что мы все. Тост. Вы знаете, конечно. Первый за картографов, за наших картографов, ну и за нас, за всех, потому что группа картографов никогда не была отделима от всех, мы дружили со всеми. А мы уже видим кончики.